Столицей сразу двух Дельфийских игр станет в мае город-герой. Волгоградский регион уже собрал свою большую команду. Участниками игр станут 400 талантов из Волгограда и области. Концерт-презентация местных дельфийцев, который прошел на сцене Волгоградского ТЮЗа, стал последним шансом перед играми показать свой потенциал во всей красе. Волгоградские дельфийцы представят все 29 номинаций, по которым и будут проходить грядущие игры. Это почти в два раза больше, чем было раньше. Для каждого участника игры это бесценный опыт общения с коллегами по творческому цеху. Это осознанный шаг в будущее. Это опыт на большую сцену, это во-первых. А во-вторых, участие в Дельфийских играх – это какой-то такой толчок в будущее. Честь большая для меня представлять город Волгоград. И я очень надеюсь на Дельфийских играх не только как бы попытать свою удачу, что касается соревнований, но и как бы найти очень много собеседников из других городов, чтобы поделиться впечатлениями, как, на каком уровне, где культура. Юный волгоградец Ерема Черевко уже давно стал звездным телепародистом. Но на Дельфийских играх он предстанет в новом амплуа. Прочтет отрывки из Руслана и Людмилы Пушкина и Нахаленка Шолохова. Молчи, комфортный чародей! Прервал наш Витязь с Черномором, с мучителем жены своей! Руслан не знает договора! Я уже в прошлом году выступал в Дельфийских играх и получил золотую медаль. Ансамбль «Улыбка» завсегдатай всех всероссийских и международных конкурсов покажет на играх свои лучшие танцевальные номера. Дельфийских игр, как и всегда, в принципе, ожидаю позитивных эмоций, бурю впечатлений, посмотреть на другие коллективы, что они собой представляют, что привезут, то есть это всегда безумно интересно. До старта Дельфийских игр остается меньше двух недель. Все танцевальные номера отрепетированы, музыкальные инструменты настроены на нужный лад, все концертные костюмы выглажены. 400 волгоградцев, кстати, одной из самых многочисленных команд, предстоит сразиться с молодыми талантами со всех регионов России, включая Крым и Севастополь, а также с ребятами из 20 зарубежных стран. Анна Рублева, Петр Лукашин, v1.ru.